аудио-видео амплифайер, усилитель Onkyo, модель ETR-SV210. Да, все проснулись, собачка проснулась. Значит, усилитель стерео работает великолепно на транзисторах. Есть также у него Dolby Surround, ProLogic, японская фирма, знатная. Onkyo, все ее знают. Две пары акустики AB, отключаемые, чтобы слушать через телефончики, на 6,3 диаметр. Есть фильтр Loudness, Bass Treble, баланс, ручка громкости. Все по-спартански, зато куча входов. CD, фонокорректор MM, тюнер, тейп 1, тейп 2, видео 1, видео 2. Это все так называемый AUX, а это на магнитофон петли. В общем, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 входов. Отличный аппарат с отличным звучанием. Питание у него, он изготовлялся для Америки, 120 вольт. Включаем. Яркое зеленое свечение фона, тюнер, тейп. Вот так, мы будем CD слушать. Так, динамики выключил. О. Так, поет. Что у нас не поет? CD включено. Что у нас не поет? Серия R1, у кого есть сидюки, пультом может управлять. Этот аппарат может управляться пультом, но у меня его нет.